Всем привет, продолжаем гулять по миру. Вот это поля этих вот кактусов в Мексике. И хочу вам вместе с нашим прекрасным гидом показать и рассказать об этом все. И мы приехали в прекрасное место, где выращивают голубую агаву. Вот так она выглядит. Такие огромные кактусы. Из как раз вот этого вот кактуса, из агавы, делают текилу. И посмотрите, вот так вот выглядят плоды. Это агава. Вот она. Я сначала думала, что это пластмассовая, а это реально настоящий плод. Прямо. Вот из вот эти вот ананасы. Их запекают в печи для того, чтобы добыть сок. И из сока вот этого ананаса его уже перегоняют, из него делают текилу. Так, как же готовится текила? Вот это вот плоды той самой агавы, которые так сильно похожи на ананасы. Их вот так вот листик исчищают, получается, ну, вот он, неочищенный, вот очищенный плод. Дальше эти большие плоды помещают в печи. Вот так вот выглядит печь. Они огромных размеров, естественно. В этих печах плоды запекают. После этого запеченные плоды помещают в жернова. Здесь перемалывают вот этот вот продукт. Получившуюся перемолотую агаву помещают бродить. Вот. На самом деле здесь очень пахнет брагой. В общем, агава бродит. После этого отправляется на перегонку. Ну, в общем и целом, самый такой обыкновенный, просто очень большой и кирпичный самогонный аппарат. И уже после этого мы получаем продукт. Вот, собственно, вот здесь вот наверху изображен весь процесс приготовления текилы. Ну вот, примерно так делают текилу. Об этом сейчас узнали все, и я тоже. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч, пока-пока.